Итак, мы только летим или мы еще и плывем? Там еще лодки есть. Нет, я понял. У меня У нас какой отрелось. вариант будет? Мы полетим или еще мы поплывем? Неизвестно. Давайте на Северных островах высадимся и потихоньку будем продвигаться. А там высадимся высадимся. на вертолете и вплавь своим ходом? Зачем? У нас лодочка же есть. Ага, ну ладно. А в это время вертолет отработает, танк, если там будет. У нее там 80-миллиметровый вроде нары. Да-да. Это явно остров не сокровищ. Так и ты иди к нему не напрямки. Опутай их. Вихрясь? Да-да-да. Сейчас самое время воздуху узнать, что там происходит. Вертолет, прием. Там есть где встать, я не вижу вас. Есть. Как дела? Нормально. Может, расходим на следующее или здесь? Там наверху какая-то хрень торчит, я вообще не могу понять, что это. Понял. А, ну вон они летят, видны. Давай на следующее еще. Танка никого нет. Что здесь ловить? Вообще, выйти здесь, если что, можно вообще. Бинокля ни у кого? У меня есть. У меня даже два. А, там, наверное, видно не будет. Ну сбрось тогда один. Так, это все первый остров, да? А, нет, второй тоже начинается, понял. Давайте пристанем, вылезем, посмотрим. Посмотрим, да. Сейчас я пристанем, я сброшу бинокль. А сейчас можно. А я за рулем. А, вон что. Ну сейчас он выйдет, да, и сделает. Я думал, тетя Ася. Господи, у меня чайка по земле стелется. Опять меня выкинуло. Какого хрена? Выбрось. Мне еще 23 надо. Или это ты сделал? Огонь свободный, да? Лучше не стреляет. Давай сначала посмотрим, потом будем стрелять. Такие в полный рост стоите, смотрите, как классно. Ну как же башня танки немного покручивается? Чуть-чуть. Иди за танк, пожалуйста. Смотрю за ним. Да не, глюки. Надо еще понять, где высадиться. Тут что-то открытое место свободное вообще. Может нам скалу правее взять на 190. Слушай, а что там за телега стоит на 160? Хм. Аж на 160 побережье. Прям кромка воды. БМПшка бита. Около ежи, да. Около ежи БМПшка бита стоит. Я все-таки предлагаю на 190 поплыть, высадиться там. Берег крутой, горы там дальше, на них залезть, по ним уже шариться. Поддерживаю.
Павел. Да. Надо ебашить танк, вон он на нас смотрит, башкой вертит. С дракона. Это он? Он живой, что ли? О, речи, пока нас не выебли. А что, ни у кого больше нет? Нет, ты же взял дракон. Зашибись. Смотри, смотри, да, там БМП нам не шляпнут. А у них еще и БМП есть. Ну, это бита, 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 труп, труп, труп. Да, и в ней сиди кто-то вроде. Паша, нам надо ебать. Надо ебать. Направление на да хорошо. Только не с плеча, конечно. Да, Паш. Паш, только не с плеча. Вроде с плеча он не должен стрелять. А повези просто, он двое сам выстрелил. Ну вот, Паша же заслуженный человек, зачем отдыхать? Ну ладно. А, да, машинки из дракона. А? Один выстрел с дракона, да? Один, я так понимаю. Потому что там машина стоит, по ней тоже хорошо забирает. Она... Паша, немножко вверх забери сначала, потом плавно опускай, прям очень плавно. Смотри, перед собой не впади. Ну вы отойдите. Отошли, давай. Бля. Отвратительно, Павел, я тебе скажу. Еще есть? Есть одноразовая. У кого есть труба? 600 метров до танка. Перейдите на наш КВ 130. Паша, у тебя вроде бы там труба дальше стреляет. Давайте 600 метров, повторяю. Откуда? Недолет. Внимание, машина смотрит в нашу сторону. Ее обстреливают. Там воздух по ней активно работает. У вас дракон есть, Тём. Только он не долетит далеко. Ну, кто-нибудь стрелять-то будет? Нет, чё мы ждём. Паша там что-то вон сейчас. Паша, СМ-72, там нет цельной, нет прицельной дали. Нет, не попаду. Надо стрелять с АТ-4. Дайте Бонзаю. Короче, дай Бонзаю, чтобы он знает, как стрелял до этого. Бонзай, забери его, короче, вторую АТ-4. За камнем. Прикольно он стреляет. Можно попробовать сейчас АГС сжечь. Возможно, он пробьется. Скаут. По кругу такой. В разные стороны. Машина движется по побережью в сторону танка. Достал он. Там один человек сидит не скорее всего. А нет, не один, двое там. Она телепортируется. Это очень странный бой. У нас есть еще этот на лодке пулемет. Он танк не пробьет? АГС? АГС сам попробую жопу развернуть, АГС сам отработать. Ну, наводить будут, а поодиночному. Дын-дын, все. Че, кто пойдет? Попробуйте. Че-че-че. Кто что у нас все сражается? А че, она тут готова что ли? Да-да, ее отстреляли. Поддержать ее и пострелять? Да пока нас не спалили, от... нет, я думаю... Нет, пилот выпал. По нам же стрелял уже этот танк. Ну, он танк не понял, откуда по нему бил. А, там не по танку. А, ты имеешь в виду, у нас не расстреляли? Да. Да. Бадзен, ну чё там? Чего? А. Уже стреляют. Недолёт. Недолёт. Попадание. Попадание.
Смотрит танк на АГС. Может там задымить? Паша, у тебя связь с вертушкой есть? Она на земле уже. Я его сбил. АГС уже вроде прицелился. Мне кажется, танк вообще пофигу. Пока застыл. Может, там готовься? Из машины вышли, там что-то возле вертушки суетятся два тела. Движения танка пока нет. Может, ПДВ сдвиг сделаем и ПКВ? ПКВ сдвиг надо делать, они сейчас нашу КВшку возьмут, сбито. Давай. Да. На сдвиг. Если что, потом браво будем делать, сдвиг. Уже браво предупредить тогда. Может. Так, у нас одна труба осталась моя. Ну у меня 72, но она не добьет. Да мы можем высадиться, попробовать. Я не знаю, жопой сожрал. Пока наша частота не права поставлена. Подожди, подожди. Вы там, если куда-то двигаться будете, сообщите. Кто стрелял? Короче, ты стрелял. Да, наверное. Да, короче, стрелял. Спалили, можно стрелять? Да. Огонь свободен? Да. На пулемет где-то. Вертолет. Вертолет по нам бьет, по-моему, да? Да, 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 раз. Бомбанзе, что там за масленок, он гнал на слотку? Выбежи КВшку. Вашу? Тебе ж краб предлагал. Я сейчас взорвусь. Краб, ты решил нас кинуть? Ну, я пытаюсь с вами сработать, вы что-то нихуя не... Ну, у нас же своя частота бы. Я бежал к тебе, просил выйти на нашу траву, ты не просил. Это сесть. Я не слышу. Ко мне никто не сел, я один. Я это не слышу, к сожалению. Че там, танк пустой? У нас тоже экипаж танка. Подожди. Я три раза поехал, последний ты сказал, подожди. Нам машина. А не, она развернулась. Так, господа, у нас, короче, лодочку угнал краб, у нас вариантов, и кроме как вплавь переправляться, нет. Там уже бонзай плывет. Предлагают последовать пути бонзая. Хотя к вам краб возвращается. Пока здесь 107. Сколько до машины, может попробовать? Тупим 20. Огонь, огонь, огонь. Не дрынь твоёшь. Машина. Машина по нам. У нас потеря. Короче, лежит. Репит мертв. Ты
Крабы тебе куда? Сейчас агрессию будут наводить, слепой будет. Альфа, по пляжу распетушилась. С горы по мне херачит. Подъезжает к берегу, сейчас к танку подъезжает скаут. До него 500 метров. Что такое примерно. Скаут? Ну, этот, господи, БТР-40, который... Пока не вижу ничего. Все, готов. Нету. Краб, подберешь нас с берега, переправишь? Надо заезжать, я же берегу вашу ставлю. Чего? А, ну все, грузимся. Грузимся. Подвиг делали или что? Нет. Мы делали, да, один раз. Мы херачили зотов, короче. Кто это в этом? Скажи, зотов. Сейчас. Угу. Не пройти. Я хз. Нам тогда сейчас, наверное, обратно, с южной стороны, что ли, высаживаться? Нет? Не хотите? Давайте с южной. А у нас времени, наверное, уже нет, да? Да, есть, наверное. 102.4. Кто там КВ спрашивает? Пойдем. Бля, зачем палил? Что это такое было? Там показалась голова торчала. Ну, тогда на смерть. Я рассчитывал пошел немножко быстрее. Прошмогнем. Вы мне билет оплатите до Москвы на переселение? Целый город мешает. Да, целый город мешает. Все высаживаемся и быстро бежим туда, ну, кроме тех, кто остается здесь нашим. Господи, ты боже, что, мы, что это было вообще? Паша, мне на лог мешает приходить целая страна. Да. Кого-нибудь есть, кроме меня, глушитель?
Видимо, нет. Ну тогда они пошли. Да там из тяжелого у них ничего не осталось. Все остальное стационар. А мне это шкахи. Ну стационар какой-то должен быть, но это не передвижная хрень. Он умер, он умер, его ДШК схаут накрыл. А это он перебрался на тот, он тот остров и бегал рядом? Нет, это Банзай, наверное, был. Банзай, ты жив? Живой, метки ставлю. Пока, смотри, пожалуйста, все лишние, пожалуйста. Дофига был наставлен, он сидит. Я вперед двигаюсь, со что ориентируйтесь по шуму. Могу словить кого-нибудь. Я на высотке Вирго. Сейчас поставлю метку. Я чисто на северо-восток. А тут со мной двое. Вижу оффроуд вижу возле до бункера. Рядом с топом, с ботом. Да. Сейчас дальний замерю. Кажется, Банзая видно далеко. Банзая, ты сейчас сидишь на колене? Да, на краешке. Окей, да, я вижу. Не совсем на колене. Это Банзе? Поставь, да. Нормально. Перед тобой, короче, дот бетонный, за ним стоит оффроуд. Да, там пехотинец. Внутри, да. Задача какая, уничтожить генератор, да? Эх, сейчас бы с дракончика там. Угу. А в доте у меня противник там сидит. Могу попробовать поразить. 600 метров бежал. А кто из них генератор? Там два вагончика стоит, колеса. Кто из них генератор? Паш, может возьмем лодку, подъедем и отработаем с ЭГС этих ребят? В доте, которая? Рядом с дотом, на оффроуде. Мне кажется, хорошо. Что-то я опасаюсь, они сядут до ДШК и нас это. Так мы будем из НИ заработать. Не умею, он РПГшку. Окей, не хочешь, ладно. У него РПГ есть. Ну, РПГ сквозь камни не стреляет. Он взял РПГ, он что-то хочет делать. Убить тебя хочет. Меня стрелять, наверное, хочет. Манзай, он смотрит на север. Леша, там свои возле оранжевого пикапа? С ДШК? Нет. Да. Рядом с ДШК нет. Понял меня? Угу. Я предлагаю пулеметчикам поближе перебраться на восточный, который с юго-восточный гребень. Если что, ты должен начинать. Спуск! А по кому? Банзе? Жив. По тебе? Конечно. Да, там пехотинец наш. На нас смотрят. Вот.
С базы бьют. Засекайте. У нас уже ремки, что ли, отняли, блядь? Засекайте, откуда бьют. Так мы, я пошел потихонечку вперед. Обходите, да. Да-да. А у ДМР неправильно, что ли, этот блокнот и дальность? Я замерю 900 метров, убиваю 26, а ни хрена там 900. Не знаю. Перелет дикий. Чувак, перевязывайся, его фронт, его можно добить. Да, сейчас найду доську где-нибудь высунуться. И добью. Вы около уже возвышенности, там где РВ стоит? Да. Ну, рядом. Вы там ко мне. Да. Там и РВС нет, там какая-то остров от нее. Я на метке Х1. Буду двигаться в сторону оффроуд. Короче, я ему в брюхо стрельну, он заполз за укрытие, теперь там сидит. Ногами шевелит, еще живой. Вы говорите, я знаю. Рядом с машинкой? Да. Я от него уже 300 метров иду его убивать. На водителя. Хорошо, хорошо. Вон он торчит, опять вылезнулся. Нет. Там их двое, уезжают, уезжают. Не в мою сторону. Да, от Бонзе уезжают. Укра понял? Чувак уехал? Да я понял, что спугнули. Вот не задача. Он может один сразу... живой остался уже. Нет, там еще кто-то из эмки бил по мне. По нам. Я на метке тот. С базы, скорее всего. Поэтому я говорю, засекайте, откуда били. Бонзай, тебе там есть куда спрятаться или тебе пиздец? У меня негде, у меня открытая местность. А, слушайте, смотрите, короче, на этой базе, на северо-западе, стоит железная хрень, такой домик. Вот там чувак сидит в нем. В нем и генератор, наверное. Нет, не знаю, что там, просто железный дот стоит. Чувак сейчас выбежит, смотрите. А, он дверь открыл. Пирамида, короче. Усеченная пирамида, маленькая пирамидка в поле стоит. В ней сидит чувак. Блять, я сам пытаюсь разговаривать еще раз. Че? Ты с РПГшкой сейчас был? Да. Там у себя метка бить еще с оффроудом. У меня он здесь заехал в море и взорвал. Ну, видать, все, умер. Вы же сказали, кто в сторону Бонзая уехал. Нет, от Бонзая, от Бонзая, в другую сторону уезжал. Окей, я тогда уйду. Короче, чуваку в этом в доте я вроде пульку пустил, не знаю, он там живой, не живой. Проверить неизвестно как. Он мертв. В другом доте, наверное. Этим, восьмигранники, да? Да-да-да-да-да-да, он там-то, я туда ему пульку пустил. Живой, 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 живой! Бонзай, у тебя по правую руку, по правую руку. Стол
80 от тебя. Кнеск. У меня есть один на метке топ. Это он или нет? Метка будет или нет? Сейчас. Метка синяя дот Антигуа, которая надпись сейчас под ней. Банзай, это не 180 от меня, это совсем в другую сторону. Блин. Да он с оптикой, по-моему, он по мне так хорошо один раз стрельнул. Может их там несколько? Да, вижу одного пацана. Сейчас я ближе бегу к казарму. Надеюсь, что он дверь не закроет. Он прям на меня смотрит, в смысле в проем, я вот объясняю. Понял. Меня он так успокоил. Ну, банзай опять нашел. Упал кто-то там. Да. Он был со СВДХ, правильно? Да. Пересмещаюсь с позиции, иду ближе. Неизвестно, неизвестно, не знаю. По мне из МК били, кстати. Что из себя представляет нерв, кому-нибудь известно? Какова цель, что делать? Не знаю, надо почитать. Давай почитаю. Уничтожить генератор, но я вижу две на колесах будки, которые могут быть выданы за генератор. Ну вполне метка на них правильно стоит. Да, скорее всего это они. То есть два генератора? Ну их значит. У меня труба есть сейчас одну из расходов, как раз на один. У меня просто тоже труба. Ну вот, отлично. Иду. Генератор находится в сарае, короче. Да. Это они на колесах, не они. Все? По кому вы там огонь открываете? Там свои бегают уже. А, свои, все. Так, Рексарек свои, Вы на КВшку вообще выйдете, но... Нет. Рексар на ДВшку. На КВ пусть на КВ выйдет. 100, 2 и 4. Ладно.